Готовим пирог без добавления муки. Очень вкусный. Можно добавить любую ягоду. Я использую вишню замороженную. Предварительно я разморозила, откинула на дуршлаг, чтобы убрать лишнюю жидкость. Творог желательно брать не слишком влажный. Добавляем яйца, кефир, сахар. Добавляйте на свой вкус. Измельчаем с помощью погружного блендера. Добавляем манную крупу, разрыхлитель, ванилин, щепоточку соли. Все хорошо перемешиваем. Форму смазываем размягченным сливочным маслом, присыпаем манной крупой, на тесто выкладываем вишню и ставим в разогретую духовку до 200 градусов на средний уровень. Готовность проверяем деревянной шпажкой. В моей духовке пирог готовился 35 минут.